Сашка. Куда мы на медовый месяц поедем? Лена отличный боксер. Чемпионом будет. Зарплату! Зарплату! Зуев в интервью сказал, что типа ты во всех шахтерских бедах виноват. Шахтерское уважение надо заслужить. А тебя только твой карман интересует. Забудь это как страшный сон. Чего? Трогай его! Слышь, батя, ты куда деньги спрятал? А твоя операция, пап! Я брошу бокс, Полин, пойду работать в шахту. Я могу устроить его на лечение. Что взамен? Операция 8 миллионов стоит. 8 миллионов я эти тети лет из-под земли достану. Уголь. 20 лет назад и она выбрала меня. А теперь ты приезжаешь и думаешь, что тебе все можно.